Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 335. И нам нужно решить задачу. Петя играл в футбол 9 десятых часа, а в волейбол 8 пятнадцатых часа. Что больше заняло времени, игра в футбол или игра в волейбол, и насколько? Сколько времени затратил Петя на обе игры? Давайте запишем краткое условие. У нас Петя играл в футбол и волейбол. Футбол 9 десятых часа, волейбол 8 пятнадцатых часа. Нужно узнать, что больше заняло времени, игра в футбол или игра в волейбол, и насколько. И давайте это мы условие чуть позже запишем. Сколько времени затратил Петя на обе игры? Обозначим вот так. И для начала давайте ответим на первый вопрос. Что заняло больше времени? Игра в футбол или игра в волейбол? Для этого нужно сравнить дроби 9 десятых и 8 пятнадцатых. Чтобы сравнить две дроби с разным знаменателем, их сначала нужно привести к общему знаменателю. 9 десятых и 8 пятнадцатых можно привести к знаменателю 30. Для этого 9 десятых нужно домножить на дополнительный множитель 3. 9 на 3 – 27. 27 тридцатых. 8 пятнадцатых тоже приводим к знаменателю 30. Дополнительный множитель будет 2. 8 на 2 – 16. 16 тридцатых. 27 тридцатых больше, чем 16 тридцатых. То есть на игру в футбол Петя потратил больше времени. И напишем здесь тогда, на сколько часов больше времени он потратил, чем на игру в волейбол. Ответим теперь на вот этот вопрос. Узнаем, на сколько в футбол он играл дольше, чем в волейбол. Это у нас будет первое действие. И нужно просто найти разницу между 9 десятыми и 8 пятнадцатыми. Но мы уже к общему знаменателю эти дроби приводили. Давайте просто запишем 9 десятых минус 8 пятнадцатых. 9 десятых – это 27 тридцатых. 8 пятнадцатых – это 16 тридцатых. 27 минус 16 будет 11. Знаменатель остается тот же 30. 11 тридцатых часа. То есть на 11 тридцатых часа Петя затратил больше времени на игру в футбол. И ответим на последний вопрос задачи. Выясним, сколько времени затратил Петя на обе игры. Для этого нужно к 9 десятым прибавить 8 пятнадцатых. То есть 27 тридцатых плюс 16 тридцатых. Нам нужно посчитать. 30, знаменатель так и остается. 27 плюс 16 – 43. Выделим целую часть, будет 1,13 часа затратил Петя на обе игры. Выполнили мы задание 335. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.